За политической ситуацией в Казахстане сегодня следит весь мир. Экспертные мнения относительно состоявшегося роспуска парламента и назначения даты досрочных выборов публикуют различные медиа-издания. Канал Евроньюс сделал акцент на речи Нурсултана Назарбаева, с которой он обратился к народу Казахстана. Вот цитаты из статьи, опубликованной на сайте телеканала. Идея проведения внеочередных выборов в Мажилис, а также совмещения их с выборами депутатов маслихатов, получила широкую общественную поддержку. Согласно социологическим опросам, проведенным специалистами общественных объединений Института евразийской интеграции и научно-исследовательской ассоциации Институт демократии, более 90% казахстанцев поддерживают идею проведения внеочередных выборов и совмещения их с выборами в маслихаты.